Отпусти, сучоныш! Чуть не убил меня металлолом долбанный. А вот и я, внучок. Спасибо, Бабзин, подсобила. Где эти твои пушки побольше? Дальше без них никуда. Заходи-ка в избу, чайку попьем. Чайку себе сам нальешь. Классный телек. Что показывают? Мультики. Господи. Присядь да посмотри. Ты еще что за... Тихо. Касательно информации о... Повнимательнее смотри. Внутреннем сборе на предприятии номер 3826. Товарищ Молотов, сбой уже устранен. Последствия ликвидированы. Нет никаких причин для беспокойства. Устранен или не устранен, информация об этом событии имеет все шансы попасть на стол к нашим американским друзьям. Вы понимаете, чем это грозит всем нам? Международный скандал. Я прекрасно понимаю. Понимаете? Под угрозой наш проект «Атомное сердце». Мой проект? Проект, который я создал еще до начала этой проклятой войны. Проект, который вы все отказались тогда признавать. Сколько миллионов советских граждан сгинули в войну в кровавой мясорубке? Я поклялся, что подобной трагедии в мире больше никогда не повторится. Я очень рад, товарищ. Сечено, что человеческая жизнь для вас все еще дороже, чем ваши механические игрушки. Но это никак не отменяет того факта, что у нас у всех на шее сужающаяся удавка санкций Запада. Товарищ Молотов, для меня человеческая жизнь действительно стоит превыше всего. А время капиталистических эксплуататоров подходит к концу. Скоро рабочий класс на Западе сбросит с себя ярмо угнетателей. Товарищ Молотов, я прекрасно представляю всю ответственность, которая лежит на моих плечах. И полимеризация всего населения СССР, запуск нейросети «Коллектив», запуск операции «Атомное сердце». Да о какой ответственности вы говорите, товарищ Сеченов? Вы понимаете, что если в США узнают о том, что ваши машины способны по щелчку пальцев переключиться в боевой режим, то на вашем проекте можно поставить крест. Они ничего не узнают, повторюсь. Последствия сбоя уже ликвидированы. Товарищ Сеченов, возможно, некоторые члены Политбюро готовы поверить вам на слово, как заслуженному деятелю и члену Президиума Академии Наук, но боюсь, что для меня вашего слова недостаточно. О чем вы говорите? Высшее руководство страны поручило мне возглавить специальную комиссию, которая оценит последствия вашего сбоя. Мы будем у вас на предприятии уже через несколько часов. Вам ясно, товарищ Сеченов? Ну, если партия считает это необходимым, товарищ Молотов, то... Это же закрытая линия правительственной связи, Бабзи. Откуда у тебя эта передача? Это не передача, милок. Это прямое подключение к правительственной линии. Не думай об этом. Это моя забота. Тебе делом пора заняться. Гостиниц забери в углу. Ходами от валана, небось, и сам знаешь, как пользоваться. Да, чертежку прихвати. Мой ремшкаф знает, что с ним делать. Пользуйся, пользуйся.
Не укусит. Кто ж ты, твоя подруга? Да уж, подруга. Спасибо, мать, цены тебе нет. Авторизация. Майор Петри. Авторизация. Майор Петри Нечаев. Желаемое действие. Да уж, непростая ты старушка. Разве? Ты путаешь чего-то, внучок. Ну да. Изба летающая, компьютер квантовый под потолком. Перепутаешь тут. Не, я таких, как ты, не встречал. А может, память у тебя девичья? Я, может, после ранения мелочи какие не признаю. Да уж тебя бы точно запомнил. Мелочи? Ладно, у тебя дело важное было. Отлагательство поди не терпит. Есть такое. Но в ДНХ мне попасть надо. Тут где-то станция железнодорожная должна быть. Аккурат за деревней она. Ступай прямо по дороге, не заблудишься. Только на небо внимательно поглядывай. Так, мне пора. Ступай, касатик. Кстати, внучок, ты там внизу пару колечек не находил? Золотые такие, в коробочке. С литерой предприятия 3826. Кольца в коробочке? Нет, бабзин, такого не видел. Не до этого был. Ну, ступай, ступай. ВДНХ ждет, ага. Спасибо большое. Правда помогла. Стой. Тебя ведь там Штокхаузен ждать будет.
Да откуда ты все знаешь-то, а? Тверблюда, передай фрицу, если бы он не бегал за чужими бабами, может, все по-другому бы вышло. Слушай, ладно, я вообще не понимаю, о чем ты. Машину в деревне возьми, пешком до станции далеко. Крас, кто такая эта баба Зина? Затрудняюсь ответить, товарищ майор, если не знаком. Да? А мне показалось, что ты в курсе. Почему вы так решили? Да ты ни слова не проронил. Наверняка не хотел, чтобы она тебя услышала. Я решил не обнаруживать себя до тех пор, пока не сделаю точный вывод относительно того, на чьей она стороне. Логично. А что за проект «Атомное сердце», о котором говорил Дмитрий Сергеевич с товарищем Молотовым? Таких данных у меня тоже нет. Этот вопрос лучше задать академику Сеченову лично. Ладно, неважно. Если потребуется, шеф сам скажет. Пошли искать дорогу на станцию. Мы, наконец, в системе. Вся местность как на ладони. Ищем нужную камеру. Есть контакт с камерой. Храс, ты получаешь телеметрию? Я уже в системе. Вот и ворота. Открываем. Имеющийся в перчатке сканер может быть задействован прямо сейчас, непосредственно во время сеанса доступа к видеокамере. Надо попробовать. По каким-то причинам коллектив перебросил в этот район несоразмерно большое количество роботов. Рекомендую передвигаться скрытно. Я опаздываю на ВДНХ. Сеченов просил поторопиться. Лобовая атака с высокой вероятностью приведет вас к гибели. Я не в первый раз вижу подобную систему безопасности, Крас. Ее можно обойти. Thank you.
Было приятно работать с вами, майор Петрин. К сожалению, но вас сейчас убьют. Yeah.
сохранение данных. Доступ разрешен. Доступ разрешен. Выберите желаемое действие.
А вот и станция. И поезд на месте. Осталось только сесть и уехать. Искренне надеюсь, что никаких препятствий к этому не имеется. Не каркай. А то окажется, что на дверях поезда стоит замок с гребаными колбами. Кругом трупы. Роботы застали людей врасплох. Никто не ожидал агрессии от мирных роботов. Да. Я сам бы не ожидал. Роботы подняли страну из пропасти, в которую нас загнала коричневая чума. За 10 лет люди привыкли, что гражданский робот — это надежный помощник. Все это очень печально. Добрый день, товарищ. Добро пожаловать на борт уникального скорого поезда «Вихрь». Гордости транспортной системы предприятия 3826. Мне нужно срочно попасть на ВДНХ. С удовольствием, товарищ. В данный момент загруженность транспортной линии составляет 0%. Вы можете отправляться немедленно. Отлично, поехали. Если у вас есть билет на поезд. Какой нахрен билет, ты дурак? Кругом трупы, на предприятии введен экстренный протокол. Запускай состав немедленно. Товарищ, согласно советским законам, безбилетный проезд возможен только для инвалидов и беременных женщин. Я не фиксирую у вас признаков беременности. Предъявите справку от гинеколога. Сука, я у тебя сейчас признаки беременности зафиксирую. В случае наличия у вас умственной инвалидности предъявите справку из психоневрологического диспансера. Ну все, пиздец тебе. Товарищ майор, обращаю ваше внимание, что данный Рапик не является автономным роботом. Он и есть скорый поезд «Вихрь». Его уничтожение выведет поезд из строя. Ладно, сюда слушай, обморок. Где мне взять твой сраный билет? Вы можете купить билет в ближайшей кассе. Пассажирам с детьми доступны льготные тарифы. Какая нахрен касса? Все убиты. Кассы не работают, билетов нет. Товарищ, согласно советским законам, безбилетный проезд возможен только для инвалидов и беременных женщин. Все, сука, заткнись. А то точно придется до ВДНХ пешком по шпалам идти. А ты случаем не взбесился, как остальные роботы? Разгонишь состав посильней, да разобьешь лепешку вместе с нами. Безопасность пассажиров есть первейшая задача любого роботизированного транспортного средства. Наши алгоритмы. Видал я ваши алгоритмы. Крас, может, на станции есть информационная нейрополимерная капсула с руководством по управлению поездом? Найдем ее, и ты сам поведешь этот вихрь. К сожалению, данная станция не является узловой. Информационной капсулы с руководством здесь быть не может. Твою мать. Ну и что мне теперь? Каждый труп обыскивать? Предлагаю сначала поговорить с убитыми, прошедшими полимеризацию. Да не в восторге я от таких бесед. Помоги мне! Билетов нет, касса закрыта! Мне нужен билет на поезд. Какой нафиг билет?
кругом озверевшие роботы. Помогите! Убивают! Ночь, позови. Не в настроении я болтать. Спасти. Права. Извините, товарищ, у вас нет билета на поезд? Правильный. Срочно ехать, Алария. Что? Всех подвел. Ну, не погибнут. Правильно, что ликвидировал. Солнце. Зад. Да ё-моё, снова мимо. И все роботы одинаково полезны. Подойду попозже. Товарищ, у вас билета на поезд не найдется? Билет? Да, у меня есть билет. Но он бесполезен. Это почему? Потому что эта станция проклята. Разве вы не видите? А, я бы назвал это иначе. Но не хочу тебя разочаровывать. Тут нет и не может быть иных толкований. Это проклятие. Говорю вам совершенно точно. Сначала я проспал, потом забыл документы. Этот перепутал время отправления. Потом чуть не опоздал. И когда я добрался до сих заместительного отправления поезда, все застыло у меня перед глазами. Это проклятие. Однозначно. Товарищ, разрешите я заберу ваш проклятый билет и избавлю вас от дремучих сыновей? Забирайте. Забирайте скорей. И тогда проклятие рассеется. Не факт. Товарищ, добро пожаловать на борт уникального предприятия. Вот билет. Запускай двигатели. Товарищ, ваш билет просрочен. Ваш поезд ушел 4 часа назад. Пожалуйста, обменяйте просроченный билет в кассе нашего вокзала. Просрочен? Да ты серьезно? 4 часа назад тут все были уже мертвы. А ты в это время туда-сюда катался, что ли? Запускай двигатели, пока цел. Проезд по просроченному билету невозможен. Это поступок, недостойный гражданина СССР. Пожалуйста, обменяйте просроченный билет в кассе нашего вокзала. Да чтоб ты сдох, скотин пузатый. Thank you.
Товарищ, а не уступите билет на поезд? Очень надо. Вы живой? Скорее бегите. Покиньте территорию предприятия. Так, это сейчас лишнее. Товарищ, а не уступите билет на поезд? Так, это сейчас лишнее. Товарищ, а не уступите билет на поезд? Очень... Вы живой? Скорее... Не могу. Не... Мы с коллегами только... То есть ваш билет тоже просрочен? У меня проездной на месяц. Месяц уже истек. Сколько я здесь лежу? Нет, месяца еще не прошло. Товарищ, разреши... Вы видели Рафика? Ни в коем случае не подходите к нему. У вас проездной? Да, забирайте. Он в кармане лежит. Не могу. Я сам дотянусь, спасибо. Не подходите к Рафикам. Это опасно. Этот билет подойдет? Теперь ты поедешь, кровопийца? Товарищ, почему вы сразу не сообщили о наличии у вас проездного документа? Это ускорило бы отправление поезда. Может быть, потому что в тот момент у меня его не было? То есть это не ваш билет? Проезд по чужому проездному документу – это поступок недостойный гражданина СССР. Что ты сказал? Не волнуйтесь, дорогой товарищ. Проанализировав окружающую обстановку, я пришел к выводу, что вы извините. Очевидно, что при сложившихся обстоятельствах у вас есть подремя. Ты издеваешься надо мной, что ли? Прошу вас занять любое понравившееся место, дорогой товарищ. Воистину, свершилось чудо науки. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция – Солнечная. Крас, я все никак не пойму, почему вообще возникли сомнения в том, как умер профессор Захар? Мы уже говорили на эту тему. В той печальной истории слишком много темных пятен. Постой, я хочу разобраться. У меня, кроме Сеченова, другой родни нет. Для меня это важно. Понимаю вас, товарищ майор. В чем именно вы хотели бы разобраться? Не могу представить, чтоб Сеченов убил своего лучшего друга. Бред какой-то. Зачем ему это? Не зачем, разумеется. Если, конечно, Захаров не пошел против него, как другие соратники. Например, доктор Филатова. Филатова пошла за Петровым. Она влюбленная женщина. Чувства затмили ей разум. Так, блядь, это что еще за хуйня? Ёбаные пироги, что за... Держитесь! Да неужели, бля? Станция Солнечная. Шток? Что, русской земле к себе тянет? Вставай давай, в укрытие. Докладывай, что Сеченов говорит. Значит так. Спокойно. Значит так. Товарищ Молотов сейчас едет прямо сюда, на ВДНХ. Да пригнись ты. Товарищ Сеченов хочет, чтобы вы прямо сейчас направились туда же и включили учебную тревогу, ясно? Ты еще нахрена? Ладно, допустим. Что-то еще? Да. Товарищ Сеченов просит передать вам это устройство. Полезно, спасибо. Агент Петри, вы же солдат. Вы должны прикрывать меня. Ты че удумал, эй? Вот и прикрывайте! А? Стой! Ты куда? А,
свободен! А тут красиво. Прям как в Москве. И даже лучше. Более футуристично и более масштабно. Моя идея. Твоя что? Лингвистическая ошибка. Это моя любимая идея архитекторов. Yeah.